Здравствуйте, друзья, подписчики канала. Ой, вот у нас маленько подморозило, хотим еще, может быть, крайний раз съездить вот на озеро. Хотим с ночевкой, с братом, с Андреем. Что у нас тут? Если видно, вот, минус 3, по-моему. А что-то подморозило, ну вот, дороги все отошли. Ладно, долго говорить некогда. Давайте, ребята, поедем. Все, уже включусь с озера. Все, пожелайте нам удачи. С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Ну вот, друзья, приехали мы в такое место. Далеко, очень мы далеко забрались. Вот такое красиво. Пришлось вот такую губу спрятаться. Потому что ветер, очень сильный ветер. Еще сегодня 8 метров, наверное. Вот сейчас будем здесь палатку поставить, чтобы от ветра рыбачить с палатки никак не получится. Так, чтобы спокойно ночевать. Поставим тут палатку, а уже потом все приготовим, потом уже поедем рыбачить. Андрей здесь в губе пробует, не знаю, но навряд ли что будет. Ладно, все, ставим палатку. Ну все, палатку установили. Сейчас поедем рыбачить, да? Ну вот так у нас тут получилось. Печка, две раскладушки, стол. Вот так. Все. Ладно, поедем пробовать. Ну что, друзья, вот первый, показывай. Ну, братан, молодец. Ну-ка. Ага, красавец. Ну что? Ой, парус, ай, хлопцы, есть. Молодец, братан. Вот так, один есть. Вот это харюс. Это, ребята, за таким можно и 100 километров проехать, как вы думаете? Вот это красавец. Лупанул, да? Нет, мягко взял. Мягко взял. А может просто леску? Потянулся, ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, ребят. Это рыба. Это всем рыбам рыба. Фу, ребята. Ну, наконец-то мне подвезло. Ну, как вам такой харюс, а? Посмотрите, красава какой. Вот это харюс. Ребят, ну это килограмм-то точно. Ай, какой красавец. Как он лупанул, ребята. Ой, красавец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А перышко, а? Вот это дурило. Фу. Это да. Во. Ребятушки, ребятушки дорогие, Андрей, брат уже поймал одного. Вот еще один такой же красавец. Помельче, конечно, но крепкий, хороший. О, класс. Класс, 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 ребята. Пробуем еще. Нашли мы его. Долго искали. Вы бы видели, сколько я тут перебурил. Ходит, крутится он тут. Ху, ребят. Ну это да, это что-то. Сейчас хочу постовушки тут поставить.
Ветер мешает, ребята. Ветер мешает просто. Да, класс. Ну, ребятушки, еще один хрюзишка. Ой, какой красавец, видите? Ух, хороший хрюз. Ну что, рыбалка идет потихоньку. Ребята, ветер просто все сносит. Вот смотрите. Вот видите такую красоту? Вот это 15-литровое ведро. О, хрюза. Вот это хрюза, ребят. Видите, да? Ну вот этот красавец, это вообще, конечно, кабанюка. Вот так. Ну что, рыбалка идет. Конечно, сразу разочарование было. Тишина полная. Набурились. Но порадовало все это. О, ребята! Взял редкие поклевки, но меткие. Вот это да! Как такой кабанюк, а? О, ребята! Вот это хариус. Ну-ка давай, красавец, плавничок покажи. У-у-у. Вот это парусок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, ребята. Вот это хрюски. Бурил, нашел. А какой он гад сильный, а? Вот он. Вот он, ребят. Ай, красавец. Ай, красавец. Ой, ребят, вот еще один. Ой, вот такой хорошенький хрюзачек. Едовой, отличный. Красава. Все потихоньку ловится. Так. Ребята, вот еще один кабанюк. Вот такой хариус. Вот это дядька. Вот это ломанул так ломанул. Здорово. Редко, видите, не снять мне эту поклевку вам. И вываживание. Но этот упирался прям. Прям очень жестко упирался. Ну, красавчик. Вот какой. Темненький. Перышко у него, конечно, это, ребята, вообще это сказка. Вот с чем-то. Парусник. Все, друзья, вот приехали в палатку.
и плынь благодать. Сейчас будем чай пить, перекус, ну, обед. И отдохнем. И на вечерку поедем, потому что сейчас солнцепек такой. Вообще, да, аккумулятор, вот, генератор работает зарядить. Фу, и надо отдохнуть. Все равно целый день бродить на солнце очень тяжко. Все, пьем чай и отдыхаем. Вот, друзья, в таком красивом месте мы расположились. Вообще обалденно. Такая загубина. Вот тут, видите, вот такой проход сюда, тишина. Там, видите, а тут вот тихо все. Ой, как отлично. Вон генератор заряжает батарейки. Шуруповерта. Вот так вот все. Вообще просто класс. Вот тут мы будем ночевать. Ну вот, друзья, хочу показать вам, что мы с Андреем поймали с утра и до обеда с братом. Вот такие вот хлеза, ребят. Вот так. Но я считаю, это просто отличный результат. Потому что хлеза — это просто шикарный. Вот, вы посмотрите, какой хариус, а? Я не знаю, ну килограмм-то он точно. И вот такие вот они, эти вот уже помельче. Вот они, да, 9 штук и 2 окуня. Просто, просто отлично. Это хариус. Я просто на седьмом небе. Сейчас обедаем, отдыхаем и на вечерку. Ну и завтра еще с утра и будем уже двигаться домой, потому что отпускает. Лед отпускает, все отпускает. Так что, ребята, напишите, что вы думаете о таких хариусах. Это вот озерный хариус вот такой. Ребята, вечерний хариузок. Только кинул сразу бамс. Вот это да. Крутится. Хороший хариус. Прям ух, богатый. Ай-яй-яй. Как долбанул, так долбанул. Ну, попозируй маленько. Хорошенький. Ну что, вот мы и дома, как говорится. Ну, с вечера 2 хариуска только взяли, и все, ребят. Вечером что-то совсем туго. Ну, днем зато хорошо, да, Андрюха? Сейчас яичницу жарим, хариус крупный. Вот пора, пусть немного, но крупный. Хороший хариус, нашли хорошего хариуса. Как хотели. Сейчас яичницу пожарим с сальцем. И все. Чай пьем, яичница и спать. До завтра рано надо вставать. Андрюх, подай пакетик, подержи тут вот для мусора. Буду выкидывать. Какие-то это, пленка такая, вообще не порвать. Опа. Знаешь, что мы с тобой не достали? Так, хватит 4? Хватит. Соли. А соль в этом, как его, в белом пакете. Так, 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 так. Там где-то баночка, смотри. Нашел? Угу.
Сейчас солим. Все. Вот так, отлично. Так, что? Немножко сковородка пригорает. Не очень сковородка. Надо новую уже купить. Да? А ничего, что желтки разобью или пусть бы? Да-да. Разбить? Конечно. О! Вот такую вот сделаем яичницу. Простецкую, как я говорю, холостяцкую. Да? Рыбацкую. Рыбацкую. Жалко, что вот на один день, на одну ночь. Но ничего не сделаешь с этой погодой. Я-то планировал вообще, если ехать там на ночки две бы. Но погода, ребята. Лед. Днем вообще подотпустило, так подтаяло, что... Сейчас я выключаю, сейчас дойдет, да? Конечно. Все. Ну что, будем кушать. Чай пить и отдыхать. Ну что, вот все, последний аккумулятор зарядился. Завтра вперед с полными силами. Слава Богу, и тишина. Вот, ребят, тут темно. А что там за свет? Где? А, или это еще солнце садится? Где ты видишь свет? Ну, вот, ребят, вот так мы тут. И дымок, и все. Будем укладываться. Отлично. Классно. Ну все, друзья, печка тепло. Прикрыли. Отлично. Все, Андрюха уже улегся, чаю попили. Ну что, я буду укладываться. Будем ждать хороших снов. Уже настраиваться на лето. Осталось льда немножко. Все, друзья, так что всем, кто смотрит перед сном, спокойной ночи. Все, ложимся спать. Ставьте лайк и пишите комментарий, кому снятся такие же сны. Предвкушение лета.